Вы готовы, дети? Да, капитан. Я не слышу. Так точно, капитан. Кто? Кто проживает на дне океана? Свора элиты, кои так мало. Жестокая леди, врач без изъяна. Мистер Ненбаум, создатель Адама. Кто выживает всегда и везде? Друг криминала, сударь Фонтейн. Кто так же ловок, как чинуша в суде? Отче восторга, товарищ Андрей. Ваша батисфера готова, мистер. Будьте любезны, приготовьтесь к незабываемому погружению в мир Биошок, которое вызовет у вас неподдельный восторг. Окунитесь с головой в историю расцвета и упадка удивительного места, эстетика и архитектура которого выше всяческих похвал. Наверняка многим хотелось бы здесь оказаться. С полным боекомплектом, конечно же. Ваше пребывание в восторге надолго оставит отпечаток в вашей памяти. Ведь где еще можно повысить свою квалификацию водопроводчика? Let's go. Помериться силами с жестяной консервой. И освободить детей от гнета рабского труда. Охуеть, спасибо, папаша! Не исключено, что ваш досуг в восторге будет омрачен из-за местных жителей. Но не волнуйтесь, у нас есть решение. Плазмиды. Одолейте своих врагов любым понравившимся вам способом. Электричеством, пламенем, льдом и даже пчелами. Блять, откуда здесь пчелы-то, ёбаный в рот? И все это лишь капля в море игрового процесса Биошок, который настолько глубокий, что в нем даже есть два типа решений, которые влияют на сюжет. Те, которые принимаете вы, и те, которые принимают за вас. А еще в Биошок задолго до вот этих ваших The Last of Us Part 2 в сюжете фигурировала клюшка для гольфа. А теперь пару слов о плане предстоящего турне. Алло, диспетчер, блядь, мы падаем, падаем, сука! Вы единственный выживший в авиакатастрофе посреди океана. Ясно. Сценарист работает за дозу Адама. Скажете вы. Но не торопите события. Во время экскурсии по славному городу Восторг вас ожидают. Поиск ответов на загадки вашего прошлого. Знакомство с чудом генной инженерии, Адамом и последствиями его открытия. А также истории города и его обитателей. Например, как однажды Эндрю Райан увидел горящую машину, сел в нее и загорелся. Загорелся идеей создать утопию на дне морском. В ролях. Андрей. Злодей-британец. Консерва. Адамантовая леди. Конченый идиот. Эпатажный клоун. И в главной роли Жека, 4 года пошлый. Надеюсь, было весело.